Страшная неделя прошла. Все в ней отчаяние, предательство, слезы, позор. Льется кровь. Наш солдат мозжит голову беззащитного человека. Наши танки давят людей. Наши, доведенные до слепоты, солдаты остервенело слева направо и справа налево рубят головы безоружных людей. А в это же самое время по нашему телевидению, по нашему радио, с экранов телевидения бацает разухабистая музыка. Нарумяненный пошляк плоско острит на сексуальные темы, лобает джаз, крутятся веселые мультики, то есть на все вкусы развлекуха. Хохочите, развлекайтесь, дорогие товарищи, все для вас, забудьте про политику. Неужели вы думаете, что помогаете консолидации общества, проповедуя с экранов телевидения его разделение на наших и не наших, создавая образ врага, провоцируя в народе ненависть, злобу, мстительность? Стыдно, будто не стынет кровь от ужаса при крике мальчика, у которого отец раздавлен нашим танком. Что, опять нас зовут, не, нас в мир, где торжествует формула «все способы хороши»? Нет, это античеловеческий способ лить кровь во имя утверждения своей власти. Ни перед чем не остановится старая система, желающая удержать власть, которая завела страну в тупик, довела ее до граждан до униженного состояния. Ни перед чем.